Лабрадор по кличке Фред помог оперативникам задержать семейную пару наркодилеров. Четвероногий напарник полицейских унюхал сверток с 12 граммами героина, спрятанный под водительским сиденьем. Этот автомобиль ждали, его специально остановили для досмотра на посту ДПС в районе хутора Ленина. Впоследствии супруг женщины-водителя, уроженец Таджикистана, признался, что специально приехал в Краснодар для приобретения партии наркотиков, которую планировал сбыть в Ессентуках. В машине также нашли полиэтиленовые пакеты, несколько мотков изоленты, электронные весы. Все это могло пригодиться для фасовки криминального товара. И мобильный телефон, который содержал переписку с потенциальными заказчиками. За попытку сбыта наркотика в крупном размере подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.